Консультант Плюс представляет разделы системы Консультант Плюс для юристов. В работе юриста требуются различные виды информации: нормативные акты, судебные решения, комментарии к законам, статьи юридической прессы, международные акты, проекты новых законов, образцы и формы документов и другие материалы. Система Консультант Плюс содержит всю важную для юриста информацию. Нужные документы собраны в специальных разделах системы. Получить подробную информацию по каждому из разделов можно в системе помощи, нажав клавишу F1, а также на сайте компании Консультант Плюс. Рассмотрим некоторые из этих разделов. Чтобы перейти в нужный раздел, выберем в карточке поиска соответствующую область. Раздел «Комментарии законодательства» содержит фирменные аналитические материалы «Консультант Плюс», комментарии к законам, юридическую прессу, книги и другие материалы. Для поиска нужных материалов удобно использовать специальные поля карточки поиска этого раздела. Поле «Автор», в котором можно указать фамилию и инициалы автора. И поле «Источник публикации», где можно указать название, год и номер периодического издания. Раздел «Международные правовые акты» содержит документы, регулирующие отношения России с зарубежными странами, документы различных международных организаций, в том числе международных судов, а также конституции зарубежных стран. В карточке поиска этого раздела также есть специальные поля. Поле «Предметный классификатор» позволяет искать документы по отдельным темам в области международного права. В поле «Договаривающиеся стороны» указываются стороны международных договоров, названия государств или международных организаций. В разделе «Проекты правовых актов» представлены законопроекты, проекты нормативных актов министерств и ведомств, а также сопроводительные материалы к проектам. В карточке поиска раздела специальное поле «Кем подготовлен» используется для поиска законопроектов, внесенных конкретным субъектом. Поле «Стадия рассмотрения проекта» включает две рубрики «Законопроекты» и «Проекты нормативных актов». Первая рубрика нужна для поиска законопроектов на определенной стадии рассмотрения. Вторая рубрика используется для разделения поиска подписанных и неподписанных подзаконных актов. В разделе «Формы документов» содержатся официально утвержденные и неофициальные формы документов, типовые договоры, заявления и так далее, образцы их заполнения, подборки форм. Среди полей карточки поиска этого раздела есть специальное поле «Номер типовой формы», позволяющий найти форму по официальному номеру. Итак, чтобы иметь доступ ко всей информации, необходимой для работы юриста, используйте систему «Консультант Плюс».